Всем добрый день. У нас, как говорят, новый влог. Я не понимаю смысла слова влог. В общем, у нас сегодня у девочек будет выпускной. Вот я им вчера нагладила. Выбрали они у меня розовое платье обе. Сначала вроде хотели Снежана голубое, Василиса кремовое, но решили в последний момент, что они пойдут в розовых. В общем, как смогла, я их отгладила. Потому что тут цветочки уже тут все осыпается со временем. Так, банты. Сейчас нужно будет их укрепить еще разочек. Потому что при стирке там клей съехал. Миша вызвался быть оператором. Он тоже себе там припас что-то. Сейчас посмотрим, как у него тут. Ну, ничего, более-менее порядок. Страшно заходить. Берлога. В общем, вот. Он себе нагладил рубашку, галстук припас. Говорит, мам, ничего, если я буду в джинсах? Я говорю, ну не твое ж торжественное, эта часть будет. Можно, наверное. В общем, будем опробовать вот эту камеру. У меня не получается на эту камеру снимать. Получается каким-то полукругом. В общем, мне ничего не нравится. Лера у нас уроки делает. Ей сегодня в школу, она у нас вечер учится. Очень неудобно, приходит поздно. Ой, вчера у нас целое дело было из-за Егорки, да, Лер? Из-за Егорки у нас вчера целое дело было. Я ему, я не знаю, ну 50 раз, наверное, точно говорила, если не больше, у меня уже язык устал. В общем, у нас, у девочек, значит, вот сегодня выпускной, а у Егора будет 30 мая. Сейчас окошечко, что ли, открыть, так. А у Егора у нас 30 мая будет выпускной. И вот он вчера весь вечер. Да еще Снежана тут масло в огонь подливала. Ой, у нас сегодня, у нас завтра выпускной, нам подарят подарки. И все. И наш Егор пошел в отрыв. Ой, у меня не будет выпускного. Мне не подарят подарки. Я говорю, да все, тебе подарят. 30 числа у тебя будет выпускной, у девочек сегодня, у тебя 30-го. И вот это все я проговаривала, проговаривала, потом уже девчонки спать ушли. Он вроде как тоже угомонился. Я там платье доглаживаю, он пошел в туалет, идет, смотрит, я глажу платье, и опять у него по новой началось. Ну, товарищи, я не знаю. Вроде все у нас уже как бы весеннее обострение должно было кончиться. Вот он неделю у нас был без истерик, без ничего. И вчера опять по новой. Ну, я, конечно, не допустила до криков. Погладила его, успокоила. Говорю, все у тебя будет только 30 числа. Все вроде понял, все. Уснул, утром встает и опять заново. Не буду одеваться, у меня нет выпускного. Да что это, да здрасте. В общем, вот такая вот сложность возникает с нашим Егором. С одной стороны, это как бы не проблема, да? Можно просто через это перешагнуть. Ой, Лера скрипит стулом. Лер, он, наверное, под тобой разваливается. В общем, это как бы не проблема. Можно через это перешагнуть и не обращать на это внимания. Но я вот такая капуша. Я всегда и в себе копаюсь, и в других копаюсь. И мнительный очень. И Егор мне достался тоже такой же мнительный. Все на свой счет переводит. Ему нельзя ничего сказать. Он тут же все переводит в негатив. И вот держать его на позитиве, это очень сложно. Очень. Нужно постоянно, постоянно, постоянно его хвалить, говорить, что он хороший. С одной стороны, может быть и правильно, он ребенок. А с другой стороны, представляете, вот он придет в школу, ну не будут же его хвалить постоянно в школе и говорить, что он хороший. Это школа, там уже не так, как в детском садике, этого всего не будет. В общем, я не знаю, как мне себя сейчас вести. Буду думать, может быть, действительно разочек перешагнуть нужно и оставить его со своим горюшком, что вот... Вот он такой-то, он-то мальчик, а они девочки. Ой.
Это все мы проходили. Вот по каждому пустяку. Бантики девочкам сделаю. Естественно, ему-то нет. Он же мальчик. Все, истерика. У девочек бантики. Ты меня не любишь. Ты мне бантик не сделала. Девчонкам там платье купишь, ему шорты. Ну как же? Ну шорты же некрасивые, а платье красивое. И опять. В общем, вот все в таком ключе. Девчонки, у кого вот с приемными детишками такое было? Кто как из этого выходил? Может быть, как-то или в комментариях обозначиться, или, не знаю, может, созвониться потом. Вот так вот даже по телефону поговорить. Потому что вот в городе мы с кем разговаривали. Я спрашивала, говорю, как вот вы все? Они на меня смотрят, как, знаете, как на инопланетянина. Да у нас нет таких проблем. У нас вообще проблем нет. Я говорю, здрасте. Странно, а у меня вот почему-то такая проблема нарисовывается. Я не знаю, может, мы пойдем в школу, у нас другие начнутся проблемы. Там с учебой. Я, конечно, подозреваю, что они будут. И это все затмит. И вот эти мелкие проблемки будут уже вспоминаться в другом ключе. И думать, господи, что это мы там за проблемы считали. Это вообще не проблема. Вот, но морально это сильно, конечно, достает, убивает. Ну вот, длинная такая болтология получилась, выговорилась немножко. Еще сегодня вечером девчонки принесут подарки. Нам предстоит, да, Лер, Егора уговаривать. Но я припасла ему такой же подарок, как и девочкам. Ну, видео все равно позже выйдет, после выпускного, поэтому я скажу, мы детям на выпускной купили нужный подарок с родителями. Конструктор для уроков труда, металлический. И я такой же приобрела Егору. Поэтому я ему сегодня этот конструктор, наверное, покажу. Чтобы он нам больше нервы-то не портил. Потому что нам еще силы нужны. Дальше у нас май, у нас огород. Вот как раз показываю. Все, тут половинка еще осталась мусора. Очень много всего делать. Что мы будем дарить девочкам, когда будет у Егора выпускной, я не знаю. Надо поинтересоваться, что там родители в том садике купили. Ну, девочкам можно и по шоколадке, они как-то это более лояльные у меня. Лер, тебе ко скольки сегодня? 13:45. Так, мне в 12 за девчонками идти, и к 4 мы на выпускной пойдем. Ну все, буду я болтологию свою заканчивать. Кого утомило, извините. У кого, может, такая же проблема, напишите в комментариях. Спасибо. Всем хорошего настроения.